Итак, сложные рецепты. Ты знаешь, вообще вот я замечаю, что действительно итальянские рецепты, они наиболее сложные, их сложно приготовить. Да. Скажи, пожалуйста, при помощи наших товаров, которые ты сегодня подобрал в течение часа, мы сможем осуществить мечту и приготовить итальянские блюда? Абсолютно верно, друзья мои. Готовим итальянские блюда и очень просто. Кстати, например, мясо, запеченное в сливочном соусе с паприкой, с чесноком и с помидорами. Я это приготовил в сковородке сотейник из нашего полного набора. Давайте проверим, какого у нас качества и как у нас получилось. Оля, обычно, знаешь, как называют? Театр начинается с вешалки, а хорошая кухня с правильной посуды. Друзья мои, как приготовить правильное свое блюдо? Для этого нужна правильная посуда. Наша посуда обладает такими требованиями, потому что нашу посуду из 17 предметов можно отправлять даже в духовой шкаф. Здорово! Даже в духовке можно использовать нашу посуду, приготовить такое роскошное мясо. Так, показывай, оно сочное. Смотри, друзья мои, конечно же, естественно, оно сочное. Давайте покажем. Белиссимо! Посмотрите, какие кусочки, правда? Давайте помидоры вот так вот положим сверху, он у нас пойдет в качестве соуса, друзья мои. Здесь у нас сливки, помидор. Кстати, сливки использую обязательно больше 33%. Сверху рекомендую, после того, как приготовилось мясо, можно, например, добавить немножечко сыру, чтобы получилась корочка. Что ты делаешь с моей слюной, скажи мне, пожалуйста. Аж слюни текут. Поехали. Друзья, внимание, внимание! Только сегодня мы предлагаем вам целый набор профессиональных предметов. И это все по цене только сегодня. 4999 рублей за 17 предметов. 17 предметов. Только сегодня действует максимальная скидка 2200 рублей экономии. Итак, а секреты давай раскрываем? Раскрываем. Во-первых, секрет самый главный. Полного набора из нержавеющей стали для профессионального приготовления. Это то, что 18/10 сталь. Именно только при помощи этой стали можно готовить самые вкусные блюда, и у вас получается нет привкуса металла. А что такое вообще 18/10? Внимание на экран, давайте посмотрим, сейчас мы к этому вернемся, это маленький сюрприз. 18/10, первая цифра означает это наличие хрома, защищает от коррозии. 10 это наличие никеля, никель дает нам блеск, защищает еду от всякого привкуса металла, легко моется, не требует специального ухода. И, естественно, самое главное, мы приготовили пасту. Правильно показывает оператор. Смотрите, какой удобный функционал крышек. Но мы к этому вернемся. Твоя, кстати, вилка. Большая, пробовать так. Сейчас мы приготовили здесь, друзья мои, паста с чернилами каракатицы, в сливочно-томатном соусе, с морепродуктами, с базиликом и с чесноком. Слушай, смотрите, какой вместительный наша сковородка сотейник. Вместительная. Вы представляете? Вот он, выкладываем, сейчас будем показывать. Вот чернила каракатицы как добывают? Ее ловят, что они делают? Нет, чернила каракатицы можно купить в магазине, а можно, друзья мои, сделать самому. Но это мы расскажем чуть-чуть позже. Смотрите, какое количество, большое количество приготовленного итальянской блюда. Итак, внимание, я была, кстати, в Италии, попробовала почти все итальянские блюда. Приехала немножко поправившаяся, но на самом деле безумно вкусно, невозможно было остановиться. Если вы мечтаете приготовить изысканные итальянские блюда, но боитесь, что они у вас не получатся, не получится, если будете готовить в некачественной посуде. У нас набор посуды. Это полноценный набор шеф-повара из нержавеющей стали для профессионального приготовления. Совершенно верно. Олечка, давай называть объемы. Что в комплекте, во-первых, здесь, друзья мои, вот такой вот прекрасный ковш объемом 2.1. Он предназначен нам для приготовления соуса или для приготовления, например, детского питания. То есть итальянские соусы будем готовить? Да, мы здесь приготовили, кстати, рыбу в овощном соусе с маринадом, томатным соусом. И именно здесь. Эта кастрюля объемом 2.9, она предназначена нам для приготовления, ну, например, гарниров. Следующее для приготовления 3.9, например, мяса. Дальше, друзья мои, сковородки, сотейники, мы вернемся. Кастрюля самая большая, объемом 6,5 литров. Также сталь 18/10, но я хочу вашего внимания, потому что сковородка, сотейник, внимание, это идет в комплекте. Также
полного набора из нержавеющей стали и профессионального приготовления, потому что здесь нету антипригарного покрытия. Расскажу сейчас, покажу преимущества. Это еще не все. Если вы позвоните прямо сейчас, смотрите, вы получите набор. Это, покажите, пожалуйста, уважаемый оператор. Вот, сюда. Вот, спасибо большое. Смотрите, вы получите в комплекте еще и вилочка, шумовка, посмотрите, еще и половничек. Здесь все необходимо для того, чтобы ваше приготовление было еще и с удовольствием. На подставке, кстати, удобно, все под рукой. И это еще не все. Если вы дозвонитесь сегодня, вы получите еще и вазу. Без фруктов, правда, но точно вазу это получите. Это идет в качестве подарка, друзья мои. Вот это ваза. Да, итак, 4999 рублей за все с двумя подарками и с бесплатной доставкой. А как раз попадает наш набор под бесплатную доставку. Эх, мама мия, Санта Луча. Оля, помнишь, мы рассказали, что полный набор шеф-повара из нержавеющей стали для профессионального приготовления, включая себя 18/10. Мы рассказали про сталь, а теперь давай поговорим про пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Но перед тем, как мы о нем расскажем, друзья мои, я хочу, чтобы вы посмотрели. Здесь у меня целые куски рыбы. Они у нас готовили рыба в итальянском маринаде. Друзья мои, это помидоры, базилик, паприка, чеснок и немножечко можно добавить, рекомендую, шафрана. Смотрите, а гарнир мы подадим тоже в картошке. Видев картошку, которую мы приготовили в нашем кастрюле. Ты заинтриговал многих телезрителей. Почему у тебя так вкусно все получается? Потому что пятикапсульное дно, сказал ты. Что такое пятикапсульное дно? Внимание на экран, давайте расскажем. Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Это прежде всего 5 слоев разного металла. Первый слой у нас металл, легированная сталь. Второй алюминий. Это 2 прекрасных материала, которые соприкасаются друг с другом и создают оптимальную температуру. Более того, равномерно распределяют тепло, быстро нагревают и удерживают температуру. Итак, друзья, смотрите, пятикапсульное дно в вашей посуде присутствует. Если у вас тоненькое дно, выбрасывайте без зазрения совести, выбрасывайте все старое, приобретайте все новое. Посмотрите, какой симпатичный набор. Кстати, если вы пойдете в магазин и захотите все по отдельности приобрести, внимание на экран, давайте узнаем. Мы пошли в магазин и хотим приготовить итальянские блюда. Покупаем набор посуды, например, сковородку, сотейник. У нас обошлось 1500. Если бы мы купали кастрюлю, самую большую, объем 6,5 литров, 3,5 тысячи. То есть мы переплачиваем. Оля, ты только вдумайся. Большую сумму, а именно больше 6000 рублей. Вот так бы сделали итальянки. Кошмар, мама мия, Санта Лучи. Мы не должны переплачивать, мы должны экономить. Только сегодня.